левой стороны от вас аркадная форма мост, который появился при Гинзбурге в 17 столетии. Он как будто бы плащ раскинул с двух сторон, объединяет два холма. На одной с левой стороны замковый холм. А громкость можно? Еще раз? Спасибо. А лучше работает. Включайте приборы. Я включила. Если у вас не работает, постарайтесь несколько раз включить, выключить, и может быть все наладится. Наушник ставить до конца, до плотнее. То есть вот он мост, соединяет замковый комплекс и парк. Этот мост на карте обозначен. И мы с вами сейчас, поднявшись, пройдем по верхней открытой галерее моста, вы сделаете фотографии. Те самые кривые изученные, кривые удаления, отсюда и название повернуть поверхность Маус. Пойдем, покажите мост. По этой дорожке? По какой? По этой, с правой стороны, да, которая ведет на вершину. И каждый из вас, хотите вы того или нет, но поднимаясь наверх, вы прочувствуете на себе тот факт, что в 13 столетии, когда строили крепость, она должна была быть неприступной, местом жительства феодала своего владельца. Подниматься к крепости нелегко. Поэтому, пожалуйста, в центр города и направляться на запад. С левой стороны этот парк. Кстати, когда вы в свободное время будете фотографироваться, не вставайте на парапеты моста. Вот с правой стороны, видите, стоят свечки. Несколько лет тому назад человек встал и упал сюда с летальным исходом. Уже реки Волталы. Вот в этом южном регионе, в верхней части своего течения, вы видите Волтала мелкая, с многочисленными порогами. Один из порогов с правой стороны от вас. В летний период в этом регионе популярны такой вид отдыха, спуск на байдарках и каноэ, минуя пороги. И всегда здесь очень летом живо, весело. Кто-то не преодолевает порог, вываливается из лодки. Тут же вылавливают сразу бочки пластмассовые, в которых сухая одежда и документы. И потом садятся и продолжают свой спуск вниз по течению реки. То есть перед вами территория Кривого Луга, Кривой долины, что по одной из версий стало названием для города Крумлов, Кривая долина Крумлов. Выходим по мосту, поэтому мы отсюда самостоятельно будем чувствовать автобус. Вот отсюда, а мы поверили, где пожалуйста. Посмотрите налево, и вы видите там, где выступает гранитный утес, находится самая старая часть замка Крумловского. В 13 столетии над Волтавой, где в реке был брод и проходил торговый путь «Золотая тропа», была построена крепость. Самая старая часть замкового комплекса – это там, где над гранитной скалой фасады зданий, украшенные теперь под сграффито сюжетными мотивами, и возвышается башня, где раньше было оборонительное сооружение, а в 16 столетии работали астрономы и астрологи. В Крумловской башне находится смотровая площадка, подняться на которую вы сможете в свободное время. Где вход на башню, я вам покажу.
То есть самая старая часть там, где башня, это постройка с 13 века. Ведите свой взгляд налево и представьте себе, как со временем крепость, замок расстраивался, по площади увеличивался, появился гвардейский двор, через который пройдем. И вот на вершине утеса расположены 3-й и 4-й дворы Кремлёвского замка, постройка со второй половины 16 века. Без изменений, без разрушений город и замок сохранились до наших дней. Пожалуйста, проходите дальше. Волтава, этот канал, как вы видите, его замерз. Домовой мельника. Я говорила, что два ребенка, которые
где она там кормит, что ли? Стрельни, войну, то я уйду. Дамы и господа, посмотрите, пожалуйста, с левой стороны к широкой улице, если у кого-то есть интерес от компании чешско-австрийская. Есть три магазина в городе, там не один. Это что у вас? Это чешский гранат, а здесь еще чешский бурталин. Помните, это вот этого зеленого цвета камень, который пришили с космоса. То есть их магазинах нет, только потом свободно застыл в 16 веке, и так он сохранился до начала 20-го. А в пивоваренном заводе он снял две комнаты под мастерскую, сюда он приводил своих натурщиц. А Эгон Шиле, как и вся творческая богема начала 20 века, для создания своих шедевров требовал именно к работе. И поэтому Эгон Шиле много привил опиум, марихуану, употреблял внутривенно кокаин, и все его работы с молодыми натурщицами часто нравы жители провинциального городка. Дважды годы Шиле заключали городскую каталашку с ними, требовали, чтобы он выиграл из безобразия. Но его Шиле умел творить, остановиться в доме Стива, и за что его Шиле из города изгнали, запретили ему сюда возвращаться. И только покинув Крула, он Шиле
А в облике вот такой белой дамы она появляется в замках Южной Чехии, тех замков, которые когда-то принадлежали ей семье, семье Руженберга. И если суждено будет встретить белую даму, стараются люди обратить внимание на цвет перчаток, какие будут перчатки белой дамы. Пожалуйста, проходим дальше, потому что по цвету перчаток можно сказать... Стулья, видишь, какие? То они на улице стояли, только убрали. Планшет нельзя привезти, Apple сразу с пенсилом. И крась сколько хочешь. Вас издаст. И у меня, да, пропадает, это нечто отходит.
представляешь? Ты представляешь, насколько все это заклубилось, реститут? Чумной стол. Ага. В Вене очень много чумных столбов. А если его купить просто? Колбаски. Как те синантропы. Такую мне дудку купи, я буду ее сочинять. Там не дудить. Так там еще надо уметь дудить. Да научимся. Напоминает о том, что 20 лет замком владели Габсбурги, чешские короли.
А с правой, с левой стороны от льва герб семьи Эгенбергов. И с правой стороны от льва, там, где голова турка с вороном на ней, герб последних владельцев Шварценбергов. Почему голова турка на знаке Шварценбергов, вам попытаюсь объяснить. То есть в конце 16-го столетия Габсбурги находились в состоянии войны с Турецко-Османской империей. И возле венгерского крепости Георг в 1598 году князь Адольф Шварценберг победил, разгромил турков. После удачной битвы он подскакал на коне к плененному турецкому военачальнику. Одним ударом меча отсек ему голову. Эту усеченную голову турка он нанизал на меч и с победными криками промчался перед своим войском. В этот момент, как вы видите, на голову турка сел ворон и стал выклевывать ему глаз. Это посчитали за благое знамение с небес, что турецкие османские войска будут приостановлены, до Вены не дойдут. И король Шварценбергом разрешил на свой герб поместить этот символический изображение головы турка с вороном на ней. Так, до наших дней сохранилось. Пожалуйста, спускаемся ниже. Скажите, пожалуйста, а вот львы кругом, как это понять? Они, самый любимый домовный знак это лев. Откуда они взялись, львы? Они тут водились или как? Нет, они не водились, в чешских лесах львы не водятся. А по легенде, опять же, чешский рыцарь и князь Брунсвик, совершая путешествие, которое очень напоминает путешествие Одиссея, привез сюда, в Чехию, своего друга, обретенного в далеких землях. Это лев его был. И вместо чешской орлицы, то есть изначально на знаке Чехии была орлица, появился лев. Со временем он стал с раздвоенным хвостом. Видите, два окончания. Почему? Потому что в средние века король Чехии также был управляющим земли Моравской. Поэтому Чехия и Морава. Два хвоста. Почему корона на голове? Потому что титул королей был управителем Чехии. Вот венценосный двуххвостый чешский лев. И домовный знак, самый популярный для Праги, для других городов, это именно лев. Дамы и господа, орла не стало. Хотя орла, видишь, везде летом. Должность управляющего городом в чешском языке звучит не мэр, а староста. То есть здесь работает староста города. Мы же с вами сейчас по улице спустимся к мосту Банщика Цирюльника. Отсюда вы видите великолепный вид башни Крумловского замка. Банщика Цирюльника. Видим, какой герб нужно убить. На дома на все смотрю, видишь? Beautiful. Остановимся. Посмотрите, пожалуйста, с левой стороны вот она продукция пивоварня. А вот здесь я только вижу в подарочном наборе из трех видов разного пива в центре написано «Накожаный швейцар». Вот так выглядит это пиво копченое. Может быть, они не только в наборах, но и отдельно в бутылках тоже продают. Просто чтобы мы ездили. Надо было собаку свою взять. Крылышки удобные. Федя. Слышь, дамы и господа, перед выходом на мост, пожалуйста, приостановитесь. Посмотрите налево. Мы остановились в гостинице с названием Клинная. И вот по этой улице, Клина. Клина. Назад, если пойдете, когда будете покидать Крумловский замок и придете, извините, на площадь, посмотрите назад. То есть по длинной вот этой, вот видишь, вот туда, раз. Ага. Звонил банчик. Четыре работает, посмотрите.
брелок. Тут Ваняс. Надо ее купить какому-то один. О, хороший, хороший. Пока. Аня. Кропускани. Дич. А с какой же высоты она упала? Удалось пережить, но второй раз там на тебе не пришло. Это вот оттуда она упала? Да. Ого-го. Да есть хочется уже. Тут лес был.
свежим. Швейк, да? Ну да. Можем мы тут потом покушать. Давай. Взять. Мы же сейчас уже начнем кушать. Ну да, идем уже с ним. А туда лезешь туда, если она говорит. Хоть колбаску бы съесть. Как корейцев много с китайцами. Надо попробовать. Тон густой. Написано 15. А вы сказали, здесь как раз, наушники не захотели. Надо, чтобы я вас послушала. Смотрим канализацию. Господа, дамы. Ла Гран. Угол защищали специально. Хозяину было разрешено увеличить площадь второго этажа.
практически опустились с него окна. Постройка с 15 столетия, верхний этаж у него. С мотором. Probably put it up in their apartment and try. Исторический центр города. За этой аркой находятся ворота Будьёвицкие. То есть отсюда когда-то было направление в город, дальше на север, в Чешский Будьёвицы, через который мы с вами проезжали. Мы с вами входим в Кругловский замок. На арке, смотрите, деревянный барельеф с надписью Розенберга. Последняя владельца Кругловского замка. Туалет кому надо?
Гаранжи. Там, где с левой стороны от вас башня только окружал глубокий ров со стороны города. Наша группа сейчас будет проходить по мосту, под которым на месте бывшего рва находится вольер, в котором содержатся бурые медведи. Три крумловских бурых медведя тоже являются символом Крумлова. Живые. Если они не ушли в спячку, возможно, мы их увидим. Три медведя, их имена Петер Бок, Катерина и Мария Терезия. Нет, туда справа, с левой стороны. Значит, под нами там, где мост. А, уже можно смотреть, да? Шесть лет назад, в феврале месяце. Они до сих пор живы? 6 лет прошло. Вы расстроены? Нет, я наоборот, я рад. Дамы и господа, если вы рады тому, что живы крупповские медведи, и хотите как-то своими пожертвованиями поучаствовать в их содержании, вот здесь вы видите такие кассы для железных монет. Если хотите, потом эту кассу в монету бросите, и туда она спустится в сундучок. То есть просят... Спасибо.
Включи. Сними нас с мамой. Давай вот здесь вот. Сними нас с тобой. Я не поняла, что вы делаете. Ну-ка посмотри, нормально? Красота, да? Туда вымети. Слышь? А я вот сюда вот так вот раз. Смотришь, вот так вот. Это что, высотища огромная. Слышь? Все, пошлите вниз. Кушать, да? Мы будем там. Лучше. Ну да, это все. Да, все снимите отсюда. Снимайте свои уши. А, отдать, да? А, заранее сейчас нет, да? Включайте, чтобы оно еще не работало. А-а-а. Выдерни наушники, не давай. Где там твой такой... Вот здесь вот. Пойдемте, сядем кушать. Да. Пошлите, что? Да, да. Сцепляйтесь со своим ушем. А я пока.
Мы пошли. Все, пошли. Куда? Зачем ты туда идешь? Там нет уж выхода, сказала. Мы вернуться. Все. Там же перекрыли дорогу. Там просто еще одна смотровая машина. Не будем оттуда смотреть? Ну, пойдемте. Или вот мимо, где папа на лавке сидел, там какое-то бистро, не знаю. Такое, чтобы менее какое-то... Загруженное. Да, загруженное, замороченное. Ну, все равно. Ладно, сейчас думайте, глянем. Чтоб колбаски были? Нет, тут нормально, мы хотели поесть. Все. А мне колбаски да и все. Корейцы, китайцы. Что такое ляд, папка? А ты там стоишь? Хуй такая. Мы зашли, и ты, значит, в этом столбу ходишь, торчишь. Страшное дело. Окей, all right. You said that I swallowed it. Смотри, пушечки какие. А вон ядра, ого. Какие ядра. Медведь вышел. Вон он. Там же символ. Мишка вышел. Тупик и дурак. Дерево. Дерево, дерево, дерево. Мама, у тебя ты? Кума? Один. Это где? Это? Ну пошли. Да, пойдем. А вот еще вышел. Два. Очень резко. В соломе спал. Медведи вышли. Видели.
сюда. А куда ты это положила? Или пускай она висит на мне? Да, она мне пока висит на мне тоже. Потом ты уже там сбрасываешь. Апотека. Кротик же знаменитый, крот. Мультик же. Крота. Крот. Ну вот же что-то. Крот. Вон он, который по телевизору крутит. Давай зайдем. Да, может сюда зайдем, да это, а? Да, кафе быстро. Давай вернемся. Колбаски есть? Швейков. Ну тогда в центральной елке по
понять, то, что она нам сказала. Да, и вот это дети для туристов. А что там для туристов она сказала? Ну, цены сказали. А, ну пойдемте. И там недалеко сразу же. А колбаски там есть? Да, немножко. Ну а колбаски на открытом огне там все. Так что, колбасок нету? Нет. Да, есть. На улице, на открытом огне. Уж есть, выбежишь. Колбаску? Ну давай. Мы пойдем сейчас сядем, мы будем есть. Ну давай, давай, давай. Два десять. Половина нам там потом выйдет сюда. Да. И он ресторан, да? Да нет, там где елка. Это на выход, Катя. Это на выход. А нам к елке, ты че? Так а елка на выходе? Да нет, она вот здесь ближе. Это на выход. Елка ж вот она сейчас. Так мы сядем или как? Ну, да. Ну, пойдем. Сидром запахло. Пойдем, пиво есть. О, копченое пиво есть, понял.
Это вот сюда мы ходили, да? Да. Спасибо. Вот, смотри. Вот эту мышку купить. Ой, я мышка на мышку, бабушка квасушка. Вот эту мышку зовут. А кто? Он паук. Паука не надо. Ты снимаешь, может, в магазин? Страна.
Прочитаем, что мурашки. У мурашки еще гаче. Можно пройти. Катя, бабук. Вот и какие мысли. Да, потому что... Ну, вот котик. А вон, смотри, какого ты прошла кота. Обернись. Где он? Вот, а? Очень милый. Да, я первый пойду.
Это пряники. Насколько нас власть опустила, что мы... Вот, мы сюда хотели. Ну вот можно сюда дойти, посмотреть, а там их площадь еще у них. Поднимемся, к нему подойдем. Такие набожные. Да. Европа.
красивый, сами пахнет. А мы тут не проходили. Там уже ничего такого нет. Это уже это. А, вот как, можно зайти, наверное. Книховна. Не снимай, правда, не снимай. Потом на это заберешь, если ты. Большой крупный карта. Красиво, да? Угу. Сюда, вот, сюда даже, может, и лучше. Оттуда. Здравствуйте. То есть это вот Умабаши город, вот люди, что тут живут, их сколько, она сказала, 16 тысяч? Ну, получается, тут получается так, Волтава делает тепло. Дышите зимин, да.
мальчик и мечтал. Вон человечек. Зайдем. Свистульку не забудьте. Ты видел?
Антик Амбер. Амбер – это типа, значит, как его? Янтарь. Это бивень этого моржа, или кто это, или слоновик, чьи-то. Тут все повсыкали. Вот, все было нормально, так надо кабеля привести, чтобы он обоссал все углы. И это будет тогда нормально. Кстати, она нас не провела вот здесь вот. Было будет, я вспомнила дверь. Вот сейчас покажу этой. О, как красиво. Блин. Дверь, куда вот это стучалась призрак. Так, блин, сверху идет запись фотографии. Слушай, тут какие-то штуки такие, они непонятные. Хотите зайти или нет? Ты помнишь, мам, что здесь это? Потому что мы здесь, она у нас не проводила. Стесьте до дому. Thank you.
нас просит. Свистульку спроси есть? Нет. Точно? Идем, да? Он тебя будет делать часть.
кто туда спрятал место. Вот об этом надо подумать серьезно. Может, стул какой-нибудь затащить, поставить? Я поняла. Вспоминаю, что вещи ваши это куча, гора валяется. Так, где у нас туалет был? Вот там, да? Вон там. А, вон там очень. Ага. Они же не сказали, что вернуть назад туда. Мы будем есть колбасу. Сегодня ночью неожиданно погода.
прошли сюда. Ну, мы можем перейти на середину. Перейдем? Перейдем. Тихонько. Все, попьем горяченького этого. Ой, здесь опять будет все вот этот прикол с этими вернуться. Ну, пойдем, тоже не будем. Не хочу этот стакан. Ну, да. Ну, или мы здесь его попьем. Что вам купить? Кисленького? Яблоко, да. Яблоко. Это сколько? 70 на 3? 210? Да. А, и 8, нет, 80 на 3. А ты груши села? Да. Опять куда-то посылают за стаканом. Я там маленьким мустишком. Я аккуратно. Тут такая снимается. Сзади. Синеньким загоритесь, лампочки. Смотри, тут ялки покрасили. О, синеньким, смотри, как по заялкам. А вот она, наша Рамада, где мы жили. Красненькая Рамада. А мы, видишь, где мы жили, папка? Вот она, Рамада. Красным написано. Видишь, какой у нас тут был хороший отель. Мы вышли сразу вот тут мы гуляем. Адлер. Да, Адлер. Только все-таки она была более такая получше. И Луксор вот он. Ну, а вот эти здесь рядом, конечно, хорошие. Удобно, во всяком случае, нам было. Вышел, вот не идти ни по каким закоулкам, центр города. Вышел, зашел. Но все-таки у Адлера и свои прелести. Вообще, до Маространской идти не запутаться. Ну да, но там хорошо набережная. И сразу там на набережную вышел, набережную, и вот да. Идешь, не запутался. Это правда. Дошел куда надо. И пришел быстро куда-то. Там надо, наверное, нет, ну там уже свернул, а то уже тут начинается. Дорожка на стекле. На середине. Еще этому нельзя, этот, когда возвращаешь стаканчик, надо нельзя чеки еще выкидывать. Чек нашла.
уже ярмарка пешеходная. Это же на две части поделено. Ну тогда налево сразу уходим. Налево пойдем? Но нам все равно налево. Да, с левой стороны. Не под землю? Пока мы идем. Ну давайте. Я не вижу. Только где дом? Где дом? Где он? Где он? Не узнаю. Я не узнаю. Кафе-бистро. Вот Бургер Кинг, если что.
что туалет. То есть тебе надо. Точно бесплатно. Слышишь? Ага. Чего, ага, пойдешь? Тебе не надо. А борзе будем есть. Ничего не будем есть. Все, сегодня там. Идем туда. Идем домой, все. Нам идти. Туалет, если надо, я тебе могу подсказать. Сколько? Бургер Кинг. Минут нам идти. Идти? Минут 20? Да, ну, 15. Ну, 15. Просто если мы быстро, медленно. Да, может и 10. Так, если подумать. Давайте я сейчас засеку. Нет, иди в Бургер Кинг. Сейчас. Не надо, а то потом ты как прикричишь. Ноги, ну, тогда все. Пойдем. Нормально, иди, да. Пошли. А, чтобы не переходить дорогу. У меня вот такие аэрподсы. Я их еще не использовал. Ну, может, пойдем тут, там перейдем. Ну, какая разница, да? Ну, давай. Тут у нас ничего не едет. Слушай, а мы вот это же смотрели, да? Конечно. Кино. Да. 53. Мы там не проходим. А в отеле мы будем есть или нет? Нет. Мы будем есть, все. Спать уже, да? Мы в Америке мандаринки есть. Мандаринки. 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 Это курочка. Тепло. А лучше не надо. Мандарин. По браслете. Лесопеты. Нет. Ну вон слева была. Нет. А тут больше сильно тролли-танка не бьется. Все, иди. Я смотрю прямо. Прямо это. Не было в Керчи, молчи. Интересно, вот у них есть еще напиток Крисмас. То есть у нас есть финский бутер. Ну, то есть он явно видит. Куда идем? Прямо. Все прямо пошли. Прямо? Да. Тихо. Сейчас как-то спешу. Мадам. Мадам.
nebo budete mít firmy, která dělá džery přece. Sorry. Спасибо.
Прикольно, вот это тоже сердечко, смотри. Обозначен. Ну,